I'm not afraid to
Гиперсфера. 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 Гиперсфера.
Гиперсфера.
Thank you.
кластеры, группа звезд или группа галактик, которые связаны между собой силами гравитации. Нам туда. We'll be right back.
кластеры. Группа звезд или группа галактик, которые связаны между собой силами гравитации. Нам туда. Внимание! Всем очистить свои мысли, удалиться от негатива, приготовиться к небесной экспансии. Всем приготовиться к небесной экспансии. Внимание! Всем очистить свои мысли, удалиться от негатива, приготовиться к небесной экспансии. Всем приготовиться к небесной экспансии. We'll be right back.
Внимание! Всем очистить свои мысли, удалиться от негатива, приготовиться к небесной экспансии. Всем приготовиться к небесной экспансии. Внимание! Всем очистить свои мысли, удалиться от негатива, приготовиться к небесной экспансии. Всем приготовиться к небесной экспансии. Всем приготовиться к небесной экспансии. Внимание! Всем очистить свои мысли, удалиться от негатива, приготовиться к небесной экспансии. Всем приготовиться к небесной экспансии. Ой, что это? Компьютер? Внимание! Нулевая гравитация. Нулевая гравитация. Всем надеть магнитные ботинки. Внимание! Нулевая гравитация. Нулевая гравитация. Всем надеть магнитные ботинки.
Внимание! Нулевая гравитация. Всем надеть магнитные ботинки. Всем надеть магнитные ботинки. Внимание, нулевая гравитация. Всем надеть магнитные ботинки.
компьютер. Внимание! Нулевая гравитация. Нулевая гравитация. Всем надеть магнитный ботинки. Внимание! Нулевая гравитация. Нулевая гравитация. Всем надеть магнитный ботинки. Внимание! Нулевая гравитация. Всем надеть магнитный ботинки. Пилотируемое сознание летит в мироздание, летит навстречу ветру солнечного света.
сознание, летит в мироздание, летит навстречу ветру солнечного света. Пилотируемое сознание летит в мироздание, летит навстречу ветру солнечного света. Пилотируемое сознание летит в мироздание, летит навстречу ветру солнечного света. Что у нас там? Млечный путь.
Что у нас там? Млечный путь. Все системы в порядке. Программа в норме. Ставлю программу полета по эклиптике. Поехали.
все системы в порядке. Программа в норме. Ставлю программу полета по эклиптике. Поехали. Все системы в порядке. Программа в норме. Ставлю программу полета по эклиптике. Поехали. Thank you.
Астронавигатор. 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 Астронавигатор.
управление движением космического корабля, определение местоположения космического корабля и прогнозирование его движения. Астронавигатор, астронавигатор. Thank you.
доля большей мощности, чем обычно, воздействующие на Землю. Не секрет, что все мы являемся генераторами энергии, а если есть энергия, то есть и магнитное поле, которое мы создаем вокруг себя. We'll be right back.
обычно воздействующие на Землю. Не секрет, что все мы являемся генераторами энергии. А если есть энергия, то есть и магнитное поле, которое мы создаем вокруг себя. Магнитные бури – это магнитные поля большей мощности, чем обычно воздействующие на Землю. Не секрет, что все мы являемся генераторами энергии, а если есть энергия, то есть и магнитное поле, которое мы создаем вокруг себя.
Внимание пассажирам космолета Градувер 15. Сегодня вы отправляетесь в межпланетный вояж. В ходе проведения экскурсии вы насладитесь прекрасным видом Млечного Пути, а также полюбуетесь и насладитесь лучами яркой звезды Альфа Центавра. А сейчас прошу пристегнуть свои ремни и включить магнитные ботинки. Звездолет начинает маневры ускорения по эклиптике. Приятного полета! Внимание пассажирам космолета Градувер 15. Сегодня вы отправляетесь в межпланетный вояж. В ходе проведения экскурсии вы насладитесь прекрасным видом Млечного Пути, а также полюбуетесь и насладитесь лучами яркой звезды Альфа Центавра. А сейчас прошу пристегнуть свои ремни и включить магнитные ботинки. Звездолет начинает маневры на ускорение по эклиптике. Приятного полета!
пассажиров космолета Градумер-15. Сегодня вы отправляетесь в межпланетный поезд. В ходе проведения экскурсии вы насладитесь прекрасным видом Млечного Пути, а также полюбуйтесь и насладитесь лучами яркой звезды Альфа-Центавра. А сейчас прошу пристегнуть свои ремни и включить магнитные ботинки. Звездолет начинает маневры на ускорение по эклиптике. Приятного полета! Внимание пассажиров космолета Градумер-15. Сегодня вы отправляетесь в межпланетный вояж. В ходе проведения экскурсии вы насладитесь прекрасным видом Млечного Пути, а также полюбуетесь и насладитесь лучами яркой звезды Альфа-Центавра. А сейчас прошу пристегнуть свои ремни и включить магнитные ботинки. Звездолет начинает маневры на ускорение по эклиптике. Приятного полета! Самого обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и тогда пойду и приготовлю вам место, приду, опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я.
Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду, опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Приду, опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Внимание, бортовой компьютер. Что за объект впереди?
можешь его идентифицировать. Минуточку. Станция ИДЭМ подбирает потерянных и отвергнутых для последующей их отправки на планету Неземная обитель. Какова протяженность от нашего корабля до этой станции? Минуточку. 15 парсек. Можешь установить связь с данной станцией? Связь установлена. Станция ЭДЭМ – это Градувер 15. Станция ЭДЭМ – это Градувер 15. Разрешите посадку. Прием, прием. Станция ЭДЭМ – это Градувер 15. Разрешите посадку. Прием. Слушаю вас, Градувер 15. Станция ЭДЭМ на связи. Разрешите посадку. Для того, чтобы совершить посадку на нашей станции, необходим пароль. Если он есть, назовите его. Какой еще пароль? Я не знаю никакого пароля. В таком случае задам другой вопрос. Вы верите в то, что Иисус Христос – Сын Бога Живого, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет жить вечно? Конечно, верю. В Него я верю, только Он меня питает, только Он мне помогает. Без Него я никуда. Это мой друг, мой личный спаситель. В таком случае добро пожаловать к нам на станцию ИДЭМ. В таком случае добро пожаловать к нам на станцию ИДЭМ.
В таком случае добро пожаловать к нам на станцию Эдем. В таком случае добро пожаловать к нам на станцию Эдем. В любом случае, добро пожаловать к нам на станцию Эдем.
В таком случае добро пожаловать к нам на станцию Эдем.